Итак, в 2020 году мы меняем формат работы по программам здоровья. Если в 2019 году у нас шли внутренние отладки, они нам были необходимы для того, чтобы наработать определенные алгоритмы, алгоритмы отдельно для психики, отдельно для энергетики, отдельно для тела, отдельно для работы с сознанием, связано все это со здоровьем, то теперь это будут отдельные программы. Каждая программа содержит блок конкретных психотехник, и мы не будем работать на вас, да, как мы это делали во внутренних отладках. Мы будем обучать вас, чтобы вы работали сами с собой. То есть у нас сохранится образовательный формат, и по программам здоровья уже в 2020 году отладок внутренних мы не планируем. Но зато данные каждой из программ отдельные будут наполнены техниками, рабочими техниками, проверенными техниками, результативными техниками. И вы сможете их освоить за программу курса и применять на себе и на своих близких. Итак, первая программа, которая у нас будет, это программа «Здоровье тела». Она пройдет в начале января. И в ней будут техники по работе с кровью, лимфой, ликвором, работа с внутренними органами, работа с вилочковой железой, техника струн, все, что касается техник омоложения, копирования, замены, умение различать сознание болезней и удалять их, основы регенерации ткани, регенеративный блок мы также включим в этот курс, основные приемы работы, работа с мозгом, спинным мозгом, с нейронными связями, техники на создание основных связей, активация чувствительности, будет также работа с ДНК и будет мистическая часть. Мистическая часть, связанная с гипофизом и таламусом. Это все в программе «Здоровье. Тело». Это трехдневный курс будет идти по вечерам. Кроме того, у нас в программе «Здоровье» будет еще отдельный курс. Он будет называться «Здоровье психика». В курсе «Здоровье психика» в программе будут рассматриваем и изучаем структуру психики, эго, ум, высшее я, как с ними работать, начальный механизм формирования картин мира в психике, как что работает, да? Мы рассматриваем бутерброд, его структуру, исследуем, изучаем, каким образом вносить коррекции, зная каждую из микросхем. Будем учиться разворачивать, менять энергетику человека и менять влияние программного обеспечения на картину мира человека. Мы выйдем на общение с душой и техники, как с ней работать. Хроники Акаши, заблуждения, объективного восприятия, все это будем рассматривать и как это все удалять и вычеркивать из жизни человека, обрезать определенные кармические вещи. Базовые настройки перепрошивки дадим в этом курсе. Лента времени, формирование момента здесь и сейчас в психике. Объясним, покажем. Это большой объем для осознавания. Не всегда понятный человеку умом, поэтому для кого-то с первого раза зайдет, кому-то не зайдет, но во всяком случае уже будет представление. И мы рассмотрим, как психика влияет на то, когда шалит здоровье, да? Каким образом психика формирует болезни и зачем она формирует, как работают эти психические механизмы у человека. И кроме того, у нас будет следующий блок техник, он будет называться «Здоровье энергетика». Он будет чуть попозже, и здесь также будет мистическая база, все, что связано с энергетикой у человека, с перепрошивками, с изменением базовых настроек энергетических. Сюда же войдут и египетские техники, вся мистическая часть в этом блоке. Она будет расписана отдельно. Все, что касается техник работы с сознанием, пока мы еще не решили выдавать это все в люди или не выдавать, но вот три программы уже будут в нашем расписании. Здоровье тела, здоровье психика и здоровье энергетика. Третий блок энергетика никак не связан с тем представлением, которое есть у вас сегодня, если вы занимались космоэнергетикой, рейки или энергетическим восстановлением и так далее. Никак. Вообще никак. То есть это блок отдельный. Об этом блоке вы не прочтете нигде.
Вообще все, что касается нашей технической базы, это техническая база, наработанная за год и проверенная в экспериментах. И реально результаты вы можете видеть на людях. И очень часто во время консультации, когда мы вносим коррекции, мы человеку говорим, хорошо бы вам освоить эту техническую базу и делать эти упражнения самостоятельно. Они помогут вам поддерживать ваше здоровье, откатывать болезни вспять и сохранять молодость и долголетие. Это действительно рабочие вещи. Итак, приглашаем к нам на курсы. Это все программы трехдневные, они будут идти по вечерам с 19 до 22 часов в обучающем формате. Ведущие каждый раз будет определяться, кто ведет. Вот на сегодняшний день мы планируем, что доминантно будет работать Ирина Остапук, и к ней в помощь кто-то будет. Возможно, мы с Андреем, возможно, еще кто-то. То есть это все определит время, потому что вы можете посмотреть на наше расписание. Оно очень плотное, и в нем еще не видно англоязычного пространства. А если поставить его, то а жить когда? И когда заниматься больными детьми. Все будет видно. Смотрите, участвуйте. Алгоритмы, техническая база у нас реально рабочие. Приглашаем.